это будет сокрушительная победа. Это очень быстро. Игорь, а можно воду, Сереги? Это пиздец. Друзья, сегодня самый волнительный день вообще за последние несколько лет. Короче, мы приехали на стадион в центре Москвы, это стадион в Хамовниках. Здесь будет, знаете, что проходить? Проходит дикая заруба. 5 дней назад мы созвонились с Оскаром по скайпу, и я ему говорю: слушай, Оскар, давай поделаем бёрпи вдвоем, друг против друга. Он говорит: нет, давай что-нибудь поинтереснее. Я говорю: ну давай тогда соберем команды. Короче, смотри, что из этого вышло. Сегодня здесь 4 бизнес-блогера против 4 спортивных блогеров. Мы будем сражаться на их спортивной территории. Будем бегать, будем делать бёрпи, будем бить по мячу, будем делать эстафеты. Короче, будет куча дисциплин. За 2 дня мы сделали афишу, и вот смотрите, сколько уже людей пришло. Ну, короче, я уверен, что будет офигенно. Очень волнуюсь, ребята, поддерживайте в комментариях, кто выиграет, бизнес-блогеры или спортивные блогеры. Я надеюсь все-таки, что у нас еще есть шансы. Ну, они точно есть, ну, посмотрим, какие. Ладно, желайте нам удачи. Ребят, я поговорил с Максом Топором, он сказал, что делает 50 бёрпи за 2 минуты. Это очень быстро. Последний раз, когда я делал 50, я сделал их за 5 минут, прикиньте. Ну, я уверен, что сейчас будет, конечно, быстрее, но посмотрим, насколько. Если мы проиграем в спортивной зарубе спортсменам, то, в принципе, будет нормально. Это то, что успокаивает больше всего. Ребята, в команде Косенко даже операторы должны быть очень спортивными. Скоро будет заруба продакшенов. Это 100%. Break it off, break it off. I'm gonna see you take it off. Swim your shit, your shit, your shit, your shit off. Oh yeah, lay you down. I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too. Yeah, пробежался.
Я чувствую, ты первый полюбил навсегда, да? Я закончу сегодня. Итак, два человека, где вы? Вот мы. Это ты, да? Все, пойдемте, ребята, все остальные друзья, давайте разберемся. Садитесь, свои пузики. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Виталий и Адам. Адам, какой команде вы бы хотели? Бизнес. А вы? То же самое. Ну, а кому-то одному из вас придется все-таки уйти в команду «Спортивный клуб». Есть монетка? Давайте, Терешку. Вы, Виталий, вы Орел, да? Все, итак, внимание! Это Решка! Решка, друзья! Итак, у нас Адам уходит в команду бизнес-блогеров, а Виталий будет сражаться за команду спортивных блогеров. Итак, друзья, следующая дисциплина у нас – работа в статике. Это будет планка, спинка. Я Адам сегодня будет в планке стоять вместе с вами. Так что он ему выпала честь, он будет вместе с вами сегодня стоять. Правила такие, очень внимательно. Вы должны стоять на четырех точках опоры. Если кто-то поднимает, видели после бёрпи, когда у меня темнота перед глазами, планка, я думал, что я не простою и минуты. Короче, я представлял себе океан, как будто я вообще где-то не здесь, и это было реально мощно. А сейчас у нас, вот, смотрите, надо попасть в цифры, выбить максимальное количество баллов. Настолько идем ноздря в ноздрю, хотя вот футбол вроде мы должны были, да, я играю в футбол, Оскар вроде как играет, мы должны были выиграть, но видите как, вообще это последнего, 6-6. Я готов, это будет сокрушительная победа, вы и вы станете свидетелями. Предприниматели выигрывают всегда.
самопомощи. Можем помочь себе, можем помогать соседам, можем другу, можем объединяться в разные группы и делать гигантские любые дела. Да, давайте так. 28 июня здесь же состоится вторая великая заруба. И это будет реально такое второе очень крутое движение. Давайте поднимите руку, кто придет за 28 июня. Дикая заруба состоялась, ничья 2-2, бизнес-блогеры выиграли 2-2 у спортсменов. Да ладно, ладно, ничья 2-2. Короче, мы решили сделать супер-мега-коллаборацию. Друзья, подписываемся на все 5 каналов. Сейчас ссылка останется здесь внизу, под этим видео у каждого. И под видео на канале Сергея Косенко пишем внизу в комментарии, я участвую в розыгрыше. И все, кто будет участвовать в розыгрыше, мы разыгрываем 1 миллион рублей. Будет 5 победителей. 1 миллион рублей. Да, все, можно всем участвовать, даже вам. Парни, все участвуют. 5, мы выберем случайным образом 5 победителей. Я напишу комментарий. Да, пишите комментарий и оставляем... Ребят, и оставляем ссылку на ваш ВКонтакте, на ваш ВК. Пишите, оставляйте. Все, друзья, все будет по чесноку. Разыграем в прямом эфире. Это будет через 2 недели после начала конкурса. Давайте, все пишем комментарии, подписываемся на все 5 каналов. И вам улыбнется удача. Спасибо, что были с нами. Колокольчик. И колокольчик. Дико здорово! 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 Да, друзья, мы объявляем розыгрыш 1 миллиона рублей. Единственное, там была помарочка 6 каналов участвует. 6 каналов, 6 участников «Дикой зарубы». Это канал Игоря Рыбакова, Оскара Хартмана, Кирилла Сарычева, Игоря Войтенко и Алексея Столярова, ну и мой канал. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на все 6 каналов. Каналы, ссылки снизу. И второе, нужно под этим видео написать комментарий «Я участвую» и оставить свой логин ВКонтакте. Мы выберем случайным образом 6 победителей, и причем у каждого канала будет свой победитель по 167 тысяч рублей у каждого канала. Так что вы можете оставить комментарий на всех 6 каналах и можете выиграть, в принципе, все 6 призов, если вам очень повезет. Короче, друзья, я вам желаю удачи. 14 июня в прямом эфире в инстаграме Игоря Рыбакова. Это миллиардер-блогер. Он гарант того, что все пройдет честно и что деньги точно дойдут до своего победителя. 14 июня мы проведем прямой эфир, в котором и выберем случайным образом всех победителей по тем критериям, которые я назвал. Короче, ребят, пишите комментарии прямо сейчас. Это реально крутая возможность подписаться на действительно крутые каналы, которые очень мотивируют. И второе, это выиграть 167 тысяч рублей, а может быть и 1 миллион рублей выиграете именно вы. Удачи! We'll be right back.